Смотрите, у нас есть вот такой замечательный трикотаж Миссуни. Он настолько оригинальный и классный за счет того, что вот здесь еще вот такие вот кружевные вязаные вставочки есть, видите? И они чередуются с такой жаткой, и чередуется цвет, и вот мы видим, как это все красиво, да? Да, вот это вот лицо. Очень красиво будет даже сделать прямое платье, смотрите, как он лежит замечательно, но хочу сказать, что даже из такой ткани можно сделать, ну, очень сложные вещи, заморочиться, долго сидеть, вложить много сил и энергии. Я хочу вам сказать вот об этом костюмчике, который сделан вот из этой ткани. Ткань я убираю, сейчас вам расскажу о костюмчике. Конечно, нужно было нарезать огромное количество вот этих вот зубчиков. Вот видите, одни, вторые. Потом обрабатывать их зигзагом, мелким зигзагом на машинке каждый листик. Так представьте, вот это все обработано зигзагом. Вот это все, вот здесь вот два слоя. Вот здесь вот баланс с двух сторон, который пришивался сверху, и низ. Это просто километры на самом деле, так кажется. Там, ну что там, тут два слоя, тут, здесь два слоя, здесь, тут, тут, тут. На самом деле это километры. Это, я не знаю, у нас мастер сидела 3 дня, наверное, только полных, только делала этот зигзаг по листику, вот так вот обрабатывала. Как бы это для работы может предложиться для людей, которые, ну, более-менее уже владеют шитьем. Как бы для начинающих это не вытянут. Можно брать такой материал, с ним работать, но пока делать что-то попроще. Хочу рассказать о юбке. Юбка на батистовой подкладочке. Она вот так вот, видите, вот отсюда идет, вот почти ровно. Чуть-чуть ниже бедер пришит вот такой валан. Он просто с двух сторон обработан. Смотрите, как кружево обработано. И с этой стороны точно так же присборено и пришито. Вот, вот такой валан, он настрочной. Верх юбочки, видите, да? Смотрите, как он обработан плотно зигзагом. Вот в этом месте вшита резинка, а вот это вот двойное, здесь два слоя, вот они, два слоя, в каждом зубчике два слоя, и вот так обработано. За счет того, что два слоя, внутрь вот здесь вшита резинка, и от резинки начинается подкладка. А подкладка начинается тоже вот такими зубчиками, видите, боже, как все сложно. Как все сложно, зато как красиво, просто невероятно. И получилась вот такая вот расчудесная юбочка, смотрите, как красиво. Это, конечно, работа уже почти от кутюр, требует огромного, огромного, огромной усидчивости. Блузочка. Ну, я вам этот фасон показывала, как раскрешить, как вот здесь сделать на резинке верхний слой, как сделать реглан, как сделать открытые плечи. Все это мы с вами уже к лету прошли. Но здесь же ведь не просто ровный край обработан ролевым, здесь зигзагом обработан каждый листик. Регланчик, переходящий в такие голые плечи, длинный рукав. Вот здесь резинка вставлена, вот здесь резинка вставлена, две резинки. Это, и он длинный, видите, как почти до конца низа. Это для того, чтобы когда оденут, вот это чтобы встала вот так на руку и создавала вот такой наплыв. И следующая резинка встала на руку и тоже создавала вот такой наплыв. Я сама в шоке, что девочки такое сделали. Вот видите, если одеть на руку, получится вот такие вот наплывы. Видите, как красиво, да? Ну, в блузке знаменательно то, что здесь реглан со сборенной на резинке. Вот это все вверх. И вот здесь вот просто пришит еще. Вот здесь вот прямо по листикам, зигзагом. Пришит вот этот второй слой. Вот видите, зигзагом. Вот с этого места от зигзага идет два слоя. Вот этот подставлен под низ вот этой ткани. И вот здесь вот пристрочен. И получается вот здесь, видите, что? Вот это вот все создается у этого топа. Вот такая красота. Ну, девушка такая свободных нравов. Немножко с голым животиком может ходить. Она себе это позволяет. Не обязательно делать точно так же. Я просто хочу вам донести, какую красоту можно сделать. Еще раз хочу просто показать, насколько изящно все сделано. Вот видите, да? Вот это вот сделано двойной, и в нее вшита вот так вот резинка. Вы представляете, как все сложно сделано? Вот она, внутри резинка. Просто вообще, у меня самой даже нет слов. Вот здесь вшита резинка, на ниточке собрана. Но все тоже вот здесь вот двойное, видите? Смотрите, да?
Вот все пристрочено, видите, вот тут зигзагом плотненьким. Вот это тоже вся двойная. Представляете, какой комфорт наша девушка будет испытывать от такой вещи? Просто невероятно. Ткань роскошная, работа просто не описать, какая красивая. Юбочка на подкладочке, блузочка без подкладки. Но очень хорошо вот это место плотно очень сделано, что он очень плотно будет сидеть вот здесь вот на фигурке. Очень рада, что могли показать вам такую красивую вещь. Роскошно, просто вообще роскошно. А я себе тоже такую ткань представляю, но даже абсолютно ровное платье будет уже хорошо. Без вот этих таких очень-очень-очень сложных вещей. Здесь работа вложена прямо почти от кутюр. Давайте с вами думать, как нам выходить на улицу, во что одеваться, потому что на улицу хоть не выходи. Я уже 150 раз говорила, я еще раз говорю. Выходишь, думаешь, боже, ну что все такие неинтересные. Давайте хотя бы мы, та часть населения нашей страны, которая что-то может сделать своими руками, ну, когда стараться быть, ну, покрасивее чуть-чуть хотя бы. Всего хорошего, с вами были мы, Паукштерина Михайловна, Ястребов Алексей.